Всем привет, я Катя, это торговый центр Радуга Парк и обзор магазина Gloria Jeans. Обязательно будет примерка, смотрите видео до конца, всем хорошего просмотра. А, ну и подписаться не забудьте. Такой здесь уголок уже, такой ощущение, будто есть какое-то приготовление к 1 сентября. И брюки черные, всякие блузы белые. Такие брюки есть, но они не совсем классические, такой материал у них. Немножко текстура, не скользящая, но при этом довольно плотная. То есть на лето прям жарко будет однозначно. Стоит 2000. Есть жилеты. Ну, тоже плотный материал. Все очень плотный материал, скорее реально на осень, либо на холодное лето. Но это явно что-то вот 1 сентября. Стоит 3000 такой. Рубашки. Ну, рубашки тут все под классику, в принципе. Плюс-минус все одинаковые. Вот 1200 стоит такая рубашка. Вот есть такой вариант. Стоит 2200. Хотя принципиальной разницы между ними я особо не замечаю. Ну, может быть, там рукава немножко по-другому сделаны. Есть вот с коротким рукавом. Как футболка. Футболка-рубашка такая. Вот с ней также 1200. Джинсы. Конечно же, Gloria Jeans. Джинсы 3200. Это такая модель. Вот, это вообще мне очень такие вот нравятся. Но это совсем не моя история, потому что эти карманы и без того увеличивают бедра. Но вообще прикольно. Стоит 3999. Такой вариант тоже более плотный. Они тоже расклешенные, прям супер широкие. Здесь закладные карманы, здесь карманы. При этом очень такая узкая талия. По цене они будут также 4000. Типа льняных брюк, реально очень легкие. Мне кажется, вот такие вот на лето прям вообще будет топ. Вообще XL максимальные. Ну, можешь попробовать их померить, но вряд ли они совсем не тянутся. Но у кого стандартный размер, вещь классная на лето. 2500 стоит. Так, такие какие-то вот рубашки есть с коротким рукавом, но это уже, ну, не официалка, просто такая вот симпатичная рубашка. 1700 стоит. Брюки в рубчик, но это больше, наверное, какая-то спортивная тема, хотя нет, это не спорт, это фэшн, потому что здесь вот впереди будут разрезы вот такие вот. 1799. Есть кожаные платья. Они идут по цене уже 2200. Ну, тоже такие платья есть, сарафаны. Они уже из более легкой ткани, может быть, даже какой-то натуральный. Давайте посмотрим по составу, может быть. 98% хлопок и 2 эластан. 2500 стоит. Такой вариант. Лямочки такие. Джинсовка. Прикольного цвета такой, подмяту. И здесь, видимо, освещение не очень. Что-то у меня камера начала мигать на этом месте. По цене 4000. Также есть различные шорты, естественно, лето же на дворе. Сколько стоит, только непонятно. 2999 стоит. Супер яркие штаны вообще. Они мне 100% не подойдут, но это огромный размер. Я хочу их померить, хотя знаю, что это вообще не моя история. Не совсем моя одежда, но они такие классные, яркие. Я их с собой в примерку возьму 100%. Это как раз размер LXL, видимо, самый максимальный. Стоит 5000 такие штаны. Это, знаете, и не брюки, и не джинсы. Что-то вот между-между. Такая ткань интересная. Хочу примерить. Как вариант, есть такие джинсы белые с черными рисунками. Визуально очень красиво смотрится. Стоит 3999 рублей. Хлопковые шорты. Очень классно, кстати. Выглядят. Такие прям симпатичные. И по цене они 1799 рублей. Классные штаны зеленые. Смотрите, какие они прям объемные, крутые. Очень стильно выглядят. Ну, тоже 4000 стоят. Есть и резинка, и пуговица, и еще молния есть. Легкие-легкие брючки. Вообще просто невесомость. Мне кажется, немножко на пижаму похоже. Но, в принципе, почему бы и не, да. 2000 стоит такой вариант. Вот такие есть блузы. Здесь как корсет идет. И рукава-фонарики. Симпатичная модель. И расцветка, как у тех брюк, которые мы с вами смотрели только что. Стоит 2000. Я здесь пришла к чему-то розовому. А, ой, прикольные футболки, кстати, смотрите. Черная надпись на розовой футболке. Такая прям нежность. И футболка мягкая. Она плотная, плотная прям ткань. Но при этом очень-очень мягкая. Давайте посмотрим, что там по цене. По цене 1200. Ну, здесь, по-моему, 1200 вообще минималка. Мало что мы находили меньше, чем 1200. Платье. Тоже такой летний формат, прям разлетайка. И такое платье стоит 2500. Вот, толстовки. Не совсем, конечно, сезон, но, возможно, их можно подешевле найти. 2500, а нет, подешевле все-таки не получится найти, но материал тоже такой приятный, капюшон какой-то такой коричневатый, нежный такой цвет.
и сам такой кремовый. Тоже похожая модель, и здесь уже с элементами старины. Вот тоже прикольная футболка, она супер-супер плотная. Ну, точно не на лето, но при этом качественно выглядит. Стоит 1699. Кстати, эту похожую футболку я чуть не купила в прошлом году. В этом году тоже хочу померить. Кстати, это очень прикольно. Позитив. Тут мой любимый желтый цвет, зеленый. Сман такая нежненькая. Надо будет примерить ее тоже. Стоит 1400. Вообще адекватная цена. Вот такие шорты, ну, прям совсем короткие, но при этом очень плотные. Не знаю, даже на какой случай такие. Стоят 1200. Ну, тут уже более спортивная одежда. Всякие спортивные брюки, спортивные толстовки. Свитшоты даже скорее. Стоит 2200 такой свитшот. У таких брюк цена 2000. Джинсовка яркого синего цвета. Смотрите, насколько она яркая. Еще есть розовые, наверное. Или нет, только, к сожалению, шорты розовые вижу. Джинсовки розовые пока не вижу. Но такая стоит синяя. 4000. Такая классная. Вообще супер цвет. Шорты тоже прикольные, супер яркие. По цене 1500. Есть супер синие джинсы. 3000 стоит. Давайте немножко платье вам покажу, которое здесь есть. Есть такое платье в цветочек. Мне кажется, несколько сезонов подряд вот такие вот платья встречаются. Видимо, до сих пор они актуальны, хотя вот мне вообще не нравится. 2500 стоит такое платье. Ну, ткань приятная по составу. Давайте тоже посмотрим. 100% вискоза. Замечательно. Ну, вот аналогичные платья есть еще вот такого формата. В красном цвете, есть в синем цвете. По цене 3500 такое вот платье. Это тоже 100% вискоза. Ткань приятная, ничего сказать не могу плохого. Футболки по 1200. Кстати, довольно качественный материал, приятный, но они плотные. По составу давайте тоже с вами сразу посмотрим. Ну, 100% хлопок. Симпатичная такая футболка. Вот здесь черная с мишкой. Такие с различным растительным принтом. Есть еще и бежевого цвета, и такого какой-то коричневого, ну, темно-коричневого, какой-то такой интересный оттенок. Давненько не было этой фразы на моем канале, но я в примерочной. И сегодня следующее у меня в примерке. Я все-таки взяла вот эти оранжевые, яркие, классные джинсы. Понятия не имею, как они мне вообще будут. Размер LXL, это максимально в этой линейке, как я и говорила. По цене это 5000, и по составу это 100% хлопок. Цвет просто бомба, дико понравился. И к этим джинсам я решила взять еще вот такую укороченную футболку, которая здесь подвязывается. Тоже не знаю, насколько она подойдет сюда, но посмотрим. Она совсем тоненькая, мне кажется, на лето это имеет место быть. XL взяла размер, стоит 799 рублей. Кстати, вполне себе нормальная цена, 100% хлопок. Ну что ж, давайте все это примерим. Ребят, с брюками фиаско, я прям расстроена, капец. Они очень широкие в бедрах, здесь вот штанины очень широкие, вообще зайдете без проблем. Но сама эта резинка, она узкая, и она не сильно растягивается. То есть, ну, грубо говоря, она не налезла на мою обувь. Вот, конечно, это мои проблемы, а не джинсов, это понятное дело, но я расстроена, что мне не удалось их померить, потому что выглядят они просто шикарно. Что касаемо футболки, она очень легкая, я ее практически не чувствую на теле, она прям вообще невесомая, но из минусов она просвечивает. Вот у меня, например, сегодня серый топ, и он, ну, как бы виден. Пусть, нет, он бросается в глаза. Хотела сказать, не бросается в глаза, но все-таки бросается. Поэтому однозначно только светлое что-то под низ, и да, будет норм. В целом, реально, ее практически нет. Вот я ее вообще не чувствую на себе. Очень удобная, прикольная. Как смотрится, но здесь уже, знаете, на любителя. Может, кому-то нравится такой стиль. Вообще, мне кажется, здесь с узлом как-то немножко накосячило. Ну, не так должно быть. Но в любом случае, вот так это выглядит. Не моя история, но, может быть, кому-то понравится. Let's go, следующая. И мне очень нравится вот эта вот футболка. Она мне еще в прошлом году понравилась. Ну, не конкретно такая была в прошлом году, но очень похожая. Но я по какой-то причине не взяла, не знаю почему. Сейчас увидела вот такую футболку позитив. Один рукав желтый, другой зеленый. Воротничок желтый. Это мой любимый цвет, обожаю желтый. И, конечно же, я решила взять на этот раз ту футболку, хотя бы примерить. Хотя бы потому, что размер оказался только SM. Она, конечно, оверсайз. Но у меня есть впечатление, что она будет как-то, ну, не очень на мне. 100% хлопок по составу и цена 1400. А сзади, кстати, ну, сзади она обычная вот такая. И чуть длиннее сзади, чем спереди. Вот это максимально моя вещь, ощущение, будто я в ней просто пришла.
Обожаю такие футболки, вот чтобы рукава прям были по локоть, вот прям очень комфортно. Я себя в них чувствую, и да, прикольно, и даже размер подошел. На мои параметры, вот SM, отлично подошел. Но если хотите, конечно, чтобы был оверсайз, то есть смысл поискать побольше на размер. А так, футболка супер, качество классное, приятно очень к телу. Я реально так могу ходить. В принципе, даже неплохо выглядит. Оказывается, я с собой взяла еще одну укороченную футболку. Она уже идет вот такого формата. Здесь не нужно ничего завязывать, здесь уже за вас все завязало производство. Ну, в принципе, симпатичный тоже такой цвет, какой-то травянистый, летний. Я думаю, стоит примерить однозначно. По цене это сколько будет стоить? 1200 рублей, и это 100% хлопок, опять-таки. Кстати, очень приятные вещи по качеству. Вообще все вещи очень приятные. Я реально думаю, вот эту футболку, я думаю, реально купить, потому что, посмотрите, мне она очень нравится. Кто любит короткие футболки, но при этом не любит их завязывать, вот это идеальный формат. Потому что вот просто ее надели, и все, ничего завязывать не надо, уже все за вас сделано, все хорошо. Все уютно, только сзади вот у меня лично что тут загинается. Ну, это просто потому, что формат вещей все-таки не совсем мой, хотя, скорее всего, там загинается из-за того, что вот эта складочка вот так вот проходит, и она все равно тащит за собой шов целиком, поэтому чуть-чуть идет такой вот загибчик. Не, на самом деле нормально выглядит, ничего такого страшного нет. Если вам нравятся такие вещи, то имеет смысл приглядеться к ним. Ну и как же мы без доли рока в этой примерке? Еще взяла вот такую футболку, черная, с каким-то рок-медведем. Похоже, кстати, на группу Kiss, вот эти вот все элементы. Так, что-то здесь на рок-бой. Ну ок, пусть будет так. А стоит 1300 или 1200, ну, видимо, на выбор, как вам повезет. И по составу это опять-таки 100% хлопок. Удивительно, что мы мерили сегодня вещи все 100% хлопок, при этом на ощупь они были совсем все разные, но при этом все приятные. Это более плотный материал, прямо такая добротная футболочка. Давайте примерим. Но это тоже на 100% моя вещь, я в ней себя комфортно ощущаю, с джинсами с какими-то такими рваными, с кедами белыми, вообще будет очень круто смотреться. Я люблю такие вещи, свободная, классная футболка, нигде ничего не обтягивает, опять-таки очень хороший рукав до локтя. Приятный состав, приятный материал, дизайн мне тоже очень нравится, в принципе, черная футболка в гардеробе хотя бы одна, но должна быть. Прикольная, стоящая футболка, абсолютно.